На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. Мини-футбольный клуб БЧ начал подготовку к новому сезону. До конца этой недели команда будет проводить подготовительную работу в Гомеле. В понедельник железнодорожники отправятся в санаторий «Лесные дали» возле Гомеля на учебно-тренировочный сбор. В планах у главкома команды Дмитрия Камека чередовать сборы в санатории и Гомеле. Напомню, что ряды железнодорожников в межсезонье пополнили белорусы Максим Евдокимов из Борисова 900, Сергей Селивончик из Оршанского Витена и Павел Книга из охраны Динамо. А также украинец Олег Еремин, проведший два последних сезона в экстралиге в составе Покровского Титана. Показать высший результат для себя лично и, понятно, помочь команде. Как бы меня брали для этого, чтобы помогать. А для себя хочется... Все медальки есть, но давно уже не был на первом месте. Задачи самые высокие. Первое место. Почему решил в этот клуб? Сработал уже с Дмитрием Николаевичем. Как с тренером, знаю его амбиции, эмоции. А куда это? Поэтому так, выбор. Проверить готовность команды к старту сезона у тренерского штаба будет возможность на международном турнире «Кубок дружбы», который пройдет в Гомеле с 14 по 17 августа. На него приедут команды из Украины, Армении и Эстонии. Это очень хорошие команды, международный опыт болельщикам, которые смогут посетить эти матчи. Я думаю, будет очень интересно посмотреть, как развивается футзал в соседних странах. В то же время, может быть, посмотреть на нашу команду на фоне других высоких задач каких-то. Я на турнир точно ставить не буду. Будут преследоваться тактические цели, отработка определенных схем. Завтра пройдут матчи 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Из представителей нашего региона только гомельский «Локомотив» играет на выезде. Железнодорожники, занимающие третью строку, отправятся в гости к лидеру турнирной таблицы «Смолевичам». Это противостояние будет центральным в 15-м туре. Светлогорский «Химик» играет на домашней арене соперник «Новополоцкий Нафта». «Спутник» на поле стадиона «Центральный» в Речице сыграет с «Брестским Рухом». 16 медалей в копилке гомельчан по итогам открытого Кубка Беларуси по легкой атлетике. Юлия Костючкова завоевала золото и установила личный рекорд на дистанции 400 метров. Во второй день она стала второй на 200-метровке. В этой же дисциплине серебро досталось и гомельчанину Павлу Дырде. Получили награды и спринтеры Юрий Заболотный и Денис Близнец. У них на 100-метровке золото и бронза соответственно. Еще два серебра завоевали гомельский прыгун Артем Бондаренко и спринтер Екатерина Поплавская, которая бежала 100 метров с препятствиями. Ольга Немагай вырвала победу на дистанции 800 метров и завоевала вторую медаль на Кубке страны. В беге на 400 метров с барьерами победила гомельчанка Диана Рабкова. Среди женщин Владимир Жадько стал третьим среди мужчин. Завершили соревновательную программу прыжки с шестом, где гомельчанка Юлиана Иванова завоевала серебро. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4.